Ну что, друзья, май месяц, конец мая. Понеслась курортная жизнь в Салоу. Сейчас посмотрим пляж. Мне кажется, единственное, что людям не хватает, это теплой воды. В общем, вот так, пляжи уже все полны. Сейчас вечер, сейчас сколько уже времени? 7:00, в принципе. Я думаю, что днем еще больше людей. Знаете, я сейчас посмотрела получше, а люди-то купаются вовсю. Вон там. Видно вам, нет? Люди купаются. В принципе, я говорю, что если так вот зайти и попривыкнуть, уже вода позволяет покупаться. Уже включили любимый детский фонтан. Дети здесь бегают вокруг этих, внутри вот этих вот дорожек. Классно. В жару просто вообще шикардосно. Так, немножко вам Камбрильса. Это соседний курорт Салоу. Кто не знает. Вот, сюда на велосипеде за 30 минут можно доехать. Рестораны в Камбрильсе полные. Сейчас к вечеру. Часам к 9, наверное, к 10 вот так на ужин все. Вот, в общем, вот так. А это уже зона, которая выходит за такой традиционный Камбрильс. Тоже классненько. Сюда на велике просто здорово. Здесь зона для пикника на травке. Напоследок немножечко вечерней жизни.